Это наша компания, которая занимается иммиграцией, работой за рубежом, учебой за рубежом. Это сайт второйпаспорт.ком, энциклопедия иммиграции. Абсолютно точно могу сказать, что на русском языке это самый большой ресурс, где собраны все программы по 60 странам мира. У нас помимо наших трех основных услуг прямая иммиграция, работа за рубежом и учеба за рубежом, есть еще услуги лечения и роды, открытие банковских счетов, получение вида на жительство в странах и гражданство некоторых стран без уезда из своей страны, эта услуга тоже востребована. И некоторые другие услуги, вы можете зайти на наш сайт второйпаспорт.ком и посмотреть все наши услуги, которые мы предлагаем. Все началось с компании «Русская Америка», которая была создана в 2011 году. Я переехал в США как иммигрант и в марте 2011 года очутился в Нью-Йорке, где и до сих пор живу. И надо было начинать новый бизнес. Я столкнулся с определенной проблемой, то, что у меня не было здесь родственников, знакомых, друзей. Я не знал, куда бежать, как открыть счет в банке, как сделать водительское удостоверение, где найти работу, как открыть компанию, где снять жилье. Вот эти все вопросы меня подтолкнули для того, чтобы создать компанию, куда можно прийти в одно место и получить ответы на все эти вопросы. И эта компания родилась, эта компания заработала, и очень много клиентов у нас за эти 8 лет воспользовались нашими услугами, 2500 клиентов. Ну и вот так родилась компания «Русская Америка». А потом уже через определенное время мы поняли, что мы можем заниматься не только Америкой, а и другими странами, и начали строить компанию «Второй паспорт». Мы сейчас снимаем это видео в центральном офисе, это адрес 85, номер дома Брод-стрит, это Манхэттен, Нью-Йорк, абсолютно близко находится, буквально 200 метров, это Нью-Йоркская фондовая биржа, знаменитая статуя быка бронзового, и мы находимся в самом-самом центре, финансовом центре мира. В нашей команде сейчас 30 человек работает, часть людей работают здесь, в главном офисе в Нью-Йорке, часть удаленно, в разных странах мира. Мы интернациональная компания, я сам россиянин, у нас работают люди с гражданством Украины, Узбекистана, Казахстана, Молдовы, все страны мира собраны в нашей компании. Наша миссия – это помогать людям. Мы, помимо того, что деньги зарабатываем и имеем какие-то коммерческие выгоды от нашей деятельности, мы еще и ведем социальную миссию определенную. Мы меняем образ жизни людей. Мы помогаем, чтобы человек переехал в новую страну, начал новую жизнь, начал больше зарабатывать, было будущее у него и его детей. Поэтому миссия у нас очень хорошая. Модель развития у нас открытие как можно больше франчайзинговых предприятий, потому что мы считаем, что человек, который живет в странах СНГ, в постсоветском пространстве, ему удобно прийти в родной город и в родном городе найти наш офис компании «Второй паспорт» и пообщаться с нашими партнерами, представителями и задать все вопросы. И на месте обсудить свою стратегию иммиграции или свою стратегию работы за рубежом, учебы за рубежом. И мы сейчас движемся как раз для открытия новых офисов. У нас много уже офисов открыто. Мы продаем франшизу. Сегодня франшиза стоит 6000 долларов. Это программа обучения нашему продукту. Продукт у нас непростой. 60 стран. Много иммиграционных программ, много неиммиграционных программ, много дополнительных услуг. То есть мы даем обучающий курс, мы даем технологию работы, потому что мы компания успешная, мы за 8 лет показали свой успех, мы показали, что наша бизнес-модель очень жизнеспособна и она приносит хороший доход.
И мы хотим, чтобы наши франчайзи, они клонировали нашу бизнес-модель в своих городах и повторяли то, что уже разработано и то, что приносит результат. Они занимаются консультированием. То есть они работают с местными клиентами, которые есть в их регионе, плюс часть клиентов даем мы им, потому что у нас много рекламы идет, и у нас сейчас по статистике 250 запросов в день приходит. Либо через наш колл-центр круглосуточный, действительно работают круглосуточные операторы, можно позвонить в любое время года, в любое время суток и там ответят. Либо приходят через сайт запросы. И мы уже по географическому принципу распределяем, то есть если у нас, допустим, есть франчайзи в Казахстане и звонок из Казахстана, значит мы даем в равных долях, если от франчайзи несколько, готовые лиды, и они их обрабатывают. То есть у них работа консультирования и продажи. Всю остальную работу делает главный офис и наши партнеры, адвокаты иммиграционные в 60 странах мира. Адвокаты, партнеры у нас, адаптаторы, то есть те люди, которые встречают людей, когда люди переезжают. У нас партнеры агентства по трудоустройству, у нас есть партнеры школы языковые, университеты, колледжи. Поэтому роль франчайзи на самом деле несложная. Это продажа услуги. Остальную всю работу тянем на себе мы и наши партнеры. У нас есть бизнес-план, и этот бизнес-план абсолютно реальный, с реальными цифрами, и 7,5 тысяч долларов в месяц франчайзи может получать. Это не с первого месяца, но он выйдет на эту сумму. Если это большой город, эта сумма может быть и выше. Франчайзи получает свою прибыль, и она складывается из выручки. 20% и более, в некоторых услугах больше, чем 20%, франчайзи получает. То есть, если, например, услуга продана за 10 тысяч долларов, например, иммиграция в Германию, то франчайзи получит 20%, это 2 тысячи долларов. Прежде всего, от самого предпринимателя, который этот офис открывает. Если он предприниматель, если он человек, который амбициозен, если человек, который понимает, что такое предпринимательство, как зарабатываются деньги, это уже 50% успеха. Вторая 50% успеха – это соблюдение технологии. Что такое франшиза? Это соблюдение технологии, это копирование, клонирование успешного бизнеса. Вот если он будет соблюдать технологию, слушать наши все рекомендации, выполнять их, то все получится. Наш бизнес технологичен, мы живем в 21 веке и понимаем, насколько важно иметь технологичность бизнеса. Мы используем CRM-систему на основе Bittrex, специально для нас была написана разработчиками программа. Мы видим, как происходит сделка, франчайзи заносит клиента в CRM-систему, дальше мы его обрабатываем, переводим этого клиента партнеру. Есть очень подробный учет экономический, мы видим все комментарии, поэтому вот это первая технологичность. Вторая вещь, которую мы ввели, это круглосуточный колл-центр, я об этом уже говорил. Сейчас у нас пока на сегодняшний день, на сегодняшнее число 3 номера многоканальных, но уже в феврале появятся и другие страны. Сейчас у нас Россия, Украина и Казахстан, появится Кыргызстан, появится Молдова, появится Беларусь. Можно будет позвонить на бесплатный номер и оставить заявку, поговорить с нашим оператором. Это все сразу также стыкуется с Bittrex, и все эти лиды обрабатываются, потом по географическому принципу распределяется между франчайзи. Очень просто. Нужно оставить заявку на нашем сайте. Эта заявка придет в главный офис в Нью-Йорк. Мы ее рассмотрим. Если вы подойдете под наши критерии, потому что части франчайзи мы отказываем. Если человек не имеет предпринимательского опыта, если человек не понимает, что такое франшиза, то, конечно, он нам не нужен. И дальше мы, если одобряем эту заявку, заключается договор о
оплачивается франшиза, потом происходит обучение, это занимает до 3 месяцев. Продукт непростой. И открывается офис обязательно по нашему фирменному стилю. И после этого офис начинает работать и зарабатывать деньги. Все страны мира нас интересуют. Неважно, где вы живете, вы можете открыть наш офис. Если вы уже за границей находитесь, живете, допустим, в Праге, вы можете открыть наш офис также по франшизе. Второй паспорт Прага. И у нас есть даже спецпредложение для тех, кто откроет офисы вне стран СНГ. У них будет эксклюзив на адаптацию наших клиентов. То есть, если офис второй паспорт Прага будет открыт, то все клиенты, которые приезжают в Чехию, они будут направляться в этот офис, и этот офис будет заниматься адаптацией. Ну и еще на этом зарабатывать, это уже мы отдельный договор заключаем. И это дополнительный доход помимо продажи услуг для клиентов. Конечно, у любой компании у нормальной компании есть планы, амбиции. Наши планы – это выход на другие рынки, помимо русского языка. Сейчас наш сайт на русском языке, но наши планы – это китайский язык, это испанский язык и помогать иммигрантам, которые говорят на других языках, переезжать в другие страны. И у нас даже есть предложение от одного большого фонда инвестиционного, который предлагает нам дать 1 миллион долларов. Но для того, чтобы мы их взяли, мы должны показать, что мы можем выйти на, например, испанскую аудиторию, на какую-либо еще зону, помимо русского языка. И пока мы не готовы взять это предложение, потому что мы хотим отладить все, чтобы работало идеально на русском языке. Но я думаю, что это 2020-2021 год, мы можем вернуться к этому предложению. Сейчас у нас пока только русский язык.